А тем временем до 1 сентября всего неделя. И в эти дни мы решили обратиться к специалистам, педагогам и медикам за рекомендацией, на что родителям школьников, особенно первоклассников, в эти дни им стоит обратить особое внимание. Походить в походы, устраивать праздники, разговаривать с ребенком, рассказывать на ночь сказку. Ни в коем случае не говорить: а вот пойдешь в школе, там ты узнаешь. Учебная мотивация формируется на положительном отношении к школе, на уважении к учителю. Поэтому пойдешь в школу, ты узнаешь это и это. Вполне возможно. Посмотрите энциклопедию, познавательные передачи. Если будет такая возможность, сходить в школу на экскурсию, пройти мимо этой школы, рассказать о ней, посмотреть семейные фотографии, когда мама была ребенком, когда папа были ребенком. Вспомнить тетрадки, если они остались, посмотреть грамоты для того, чтобы ребенок порадовался за себя и получил задор на свою дальнейшую учебную деятельность. Для ребенка это не только стресс, а для ребенка это праздник. Возраст 7-летнего ребенка именно характеризуется значительным событием – поступлением в первый класс. К нему готовится не только ребенок, к нему готовится вся семья. Для семьи это тоже праздник. И вот здесь начинается условная взрослость, когда ребенку говорят: ты уже взрослый, ты уже должен пойти в школу, ты идешь в школу. Ребенок и не может определиться. Ничего себе, ребенок утверждается во мнении взрослых: я взрослый. Ребенок идет в школу, и после первого дня начинаются предъявлять требования. Пиши, сиди, учи. Ребенок не понимает, как он взрослый, он вроде бы взрослый, а его чего-то заставляют делать. И вот здесь происходит второе событие у ребенка 7-летнего возраста, это его кризис, с которым нам, взрослым, надо помочь ему справиться. И здесь, конечно, большая роль – это педагоги и родители. Ребенок вышел из образовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, он еще играет. И тут с него просят: учись, сиди. Вот наша-то с вами задача, наша задача как педагогов и родителей – научить ребенка плавно перейти из одного состояния в другое. Он на границе игровой деятельности и учебной, и чтобы учебная деятельность была его ведущей, чтобы со словом «я хочу» он в идеале дожил до 11 класса, роль взрослых, учителя, школы и родителей, безусловно, значима. Что для этого сделать? Ну, прежде всего, должна быть учебная ситуация, учебная мотивация у ребенка сформирована для того, чтобы он хотел идти в школу. А в школу, по моему глубокому убеждению, идти хотят все дети. Мотив у всех разный. У кого-то новый портфель, кто-то хочет получать отметки, кто-то хочет порадовать маму, а кто-то хочет получить знания. Но хотят идти в школу все. Вот этот принцип «я хочу», «могу» и «надо», чтобы он у нас перерос, ну, во всяком случае, к 4 классу в долженствование, педагоги и родители, скорее всего, должны научиться слышать и слушать ребенка, принять его таким, прежде всего, каким он есть. Мой большой совет родителям – никогда не сравнивать своих детей с другими. Это ваш самый любимый, самый замечательный, самый долгожданный, самый солнечный, самый золотой ребенок в мире. Он не может быть и не должен похож на другим. Надо принять его таким, как он есть. Безусловно, соблюдение режима дня – тут обязательный порядок. Ребенок только вышел из детского сада, он не может выдержать такого объема нагрузки, такого объема информации. Пришли из школы. Недаром ведь в школе дети обучаются всего 3 урока первые полгода, а только потом постепенно переходят к 4 уроку или включая уже динамическую паузу. Поэтому здесь необходимо родителям поддерживать этот режим дня. Мамы ведь специально даже отпуск берут, бабушки приезжают для того, чтобы ребенка водили в школу, привели, отдохнули, а потом вместе с ребенком начинаем дополнять те знания, которые он получил, или закреплять те знания, которые он получил в школе. В первом классе домашнее задание не предусмотрено. Но это не значит, что ребенок пришел и пошел гулять. Каждый ребенок учебный материал воспринимает на своем уровне. Здесь необходимо закрепить, но закрепить нужно вместе с родителями. Вместе сели, вместе почитали, вместе посмотрели. Не надо эту условную взрослость сейчас переносить прямо сразу на ребенка. Научите его принять эту взрослость, взрослого ученика, вот такую социальную роль очень спокойно, понимая, что ребенок всегда найдет поддержку в родителях.
Следующий момент. Если вдруг у ребенка что-то не будет получаться, особенно с первого раза, обязательно обращайтесь к учителю. Школа – это помощник. Это обязательный помощник для того, чтобы сформировать ту личность, к которой мы сами идем. Ведь наши дети – это наше будущее. И последний совет. Любите своих детей. Дети – это такие существа, которые работают на подсознании. Они великие психологи. Они предсказывают, высказывают те мысли, что у них есть. Их просто надо принять такими, какими они есть. Помогать им. Как мы можем еще им помочь? Пришел ребенок из школы. Безусловно, учитель работает на весь класс. В классе 28 человек. Очень трудно сориентироваться сразу на одном ребенке. Ну и пока это учитель узнает всех детей, это же достаточно продолжительное время проходит. Мама знает своего ребенка. Поэтому маме не нужно бояться, стесняться, подойти к учителю и рассказать о своем ребенке. Не скрывать того, что учитель увидит впоследствии. Для чего? Для того, чтобы помочь вашему сыну или дочке. Следующий момент. Каждый ребенок воспринимает учебный материал на своем уровне. Кто-то это может на слух сделать, а кому-то нужно показать. И если ваш ребенок при счете использует палочки, ориентируется на карандаши, ну и здорово. Не надо отвергать этого, ребенку надо помогать. Он ведь просто произойдет эврика, когда он скажет: «А, понял, это ведь дорогого стоит». И здесь ребенок успешно дальше пойдет по тому направлению учебной деятельности, которое требует от него школа. Ну и, безусловно, ребенка надо целовать, гладить, радоваться с его успехом. Пришел он со школы, не что ты получил, а как у тебя сегодня прошли дела. Обнять, поцеловать, и чтобы ребенок на позитиве вам рассказал, а что у него случилось, когда он научится вам доверять. У него совсем будет другое направление. Он увидит поддержку в родителе, в учителе, и ребенок обязательно станет успешным. А для нас это самое главное, чтобы адаптационный процесс не затянулся на годы, а прошел в течение месяца, и ребенок хотел идти в школу. Хочется пожелать родителям, которые сейчас, дети, у которых идут в первый класс, чтобы они их потихонечку вводили в режим учебного процесса. То есть, конечно же, чтобы дети уже вовремя ложились спать, правильно питались, уже не так поздно оказывались на улице и более-менее где-то почитали, где-то позанимались, где-то потихонечку начинали включаться в учебный процесс. Для этого, конечно же, много зависит от родителей. Чем организованнее будет у них распорядок дня, тем легче детям будет переносить период адаптации. Тем более период адаптации в школе более сложный, чем в детском саду, потому что некоторые моменты детского сада уходят, например, дневной сон, прогулки. То есть ребенок может намного сложнее переносить период адаптации. Поэтому необходимо, чтобы родители уже где-то потихоньку начинали своих чад вводить в режим дня. И насколько будет правильно организован режим дня, настолько будет легче детям переносить адаптацию. И, соответственно, лучше будет учеба. Конечно, за лето, наверное, сейчас они все у нас набрались и витамин, и наелись овощей, получили прекрасную инсоляцию, потому что у нас, скажем так, очень активно и жарко лето было. Поэтому я думаю, что дети неплохо должны быть подготовлены к школе. В первую очередь хочется остановиться на той инфекции, которая сейчас у нас никак не снижается. Да, наша новая коронавирусная инфекция. Поскольку вакцины от данной инфекции детской нет, поэтому необходимо, чтобы все окружение, в котором находится ребенок, было вакцинировано. Поэтому в очередной раз хочется призвать родителей, старшее поколение вакцинироваться, чтобы ребенок их был в безопасности. Следующий момент, конечно, это соблюдение мер личной гигиены и профилактики. То есть это, опять же, ношение масок, их никто не исключал. По возможности это избегать места скопления
большие массовые какие-то мероприятия. Ну, если ваш ребенок, все-таки у ребенка появляются какие-то катаральные явления, кашель, насморк, лучше ребенка оставить дома и понаблюдать, чтобы он уже не посещал организованный коллектив, спокойно пролечился дома и дальше пошел, включился в образовательный процесс. С учетом того, что сейчас очень распространено дистанционное обучение, поэтому я думаю, что их ребенок не будет забыт учителем, он будет также включен в образовательный процесс. Следующий момент, который у нас сейчас предстоит, это осень-зима, то есть период, когда мы начинаем активную вакцинацию против сезонного гриппа. Поэтому, конечно, родители уже должны принять для себя решение о вакцинации своих детей против гриппа. Конечно, существуют еще меры неспецифической профилактики, то есть это, опять же, использование масок, мытье носа, мытье рук, гигиенические требования какие-то, но все-таки самым эффективным способом остается эта вакцинация. То есть уже придя в школу, родители должны определиться, вакцинируют они ребенка своего, либо же, наверное, не должно быть. Все-таки ребенок должен быть вакцинирован. Еще такой момент, который у нас всегда остается актуальным, это наши профилактические медосмотры. Даже в условиях пандемии мы не отменяем профилактические осмотры. Поэтому дети, которые приходят в первый класс, они также их проходят. Очень хочется пожелать родителям, чтобы они своевременно узнавали результаты профосмотров, своевременно детей своих дообследовали, потому что это зависит, все-таки все эти профосмотры, все эти обследования, это все-таки залог здоровья нашего с вами поколения. И поэтому очень хочется, чтобы немножко посерьезнее родители относились к тем профилактическим осмотрам, которые проходят у нас в образовательных учреждениях. Ну и хочется, конечно же, пожелать, чтобы соблюдали все эти меры, меры профилактики, меры безопасности, чтобы дети их были здоровыми, прекрасно вошли в школу, прекрасно перенесли период адаптации, прекрасно начали свой учебный год.